Приветствую, братья и сестры. Недавно мы с Настей начали проходить одну книгу, она называется «Вот ваш Бог». Мы читаем ее, стараемся читать каждый день вместе с Библией. И некоторые мысли, которые мне очень понравились в этой книге, я бы хотел с вами поделиться ими. Я составил проповедь, которую я назвал «Подделка». Подделка не та, которую делают вот дети на уроках труда, а подделка, которая фальшивка, которая не оригинал, дешевка, другими словами. Ценные вещи очень часто подделывают. В наше время это особенно актуальная какая-то проблема, потому что существует множество каких-то дорогих брендов, на которых у людей не хватает денег, они покупают какую-то подделку. Например, каждый, наверное, знает часы фирмы Rolex. Вот. Любители часов, я думаю, многие о них мечтают. Но у этих часов есть одна проблема, что они стоят очень и очень дорого. Наверное, какой-то рядовой там, экземпляр стоит около 1 000 000 рублей, это нормальная цена для них. Но сейчас появились такие пути, что вот любой из нас может на каком-то онлайн-магазине заказать реплику или какую-то подделку этих часов там за 1000, за 2, и ходить, вот у меня Rolex за 1 000 000. В чем проблема вот этой подделки? В том, что она такая же красивая, но она не будет никогда работать как качественные часы, как оригинальные часы. Она будет сделана из дешевых материалов. Мы никогда не сможем там сказать своим друзьям, что вот посмотри, у меня там дорогие часы, сколько они стоят. Ну, нам будет немного стыдно, да? Эти часы – подделка. И, к огромному сожалению, наше познание Бога может также являться поддельным познанием Бога. Может быть, кто-то скажет вообще, что такое познавать Бога. Если, вот как я это понимаю, представьте, что вы познакомились с каким-то человеком. Вы узнали, как его зовут, вы узнали его номер телефона, все, ну, вы разошлись. Потом вы встречаетесь опять, так получилось, что вы ходите в одну церковь, вы начинаете общаться, вы начинаете дружить, и вы узнаете об этом человеке, что он дружелюбный, что он не предает, что он честный. Вот вы познаете какие-то его качества. Также мы можем познавать и Бога. Так вот, наше знание о Боге может стоить как очень дорого, вот часы дорогие, оригинальные, как дешево, подделка. Из-за этой проблемы мы можем стесняться Бога перед своими, например, нецерковными друзьями. Если Бог для нас стоит дорого, если Он нас наполняет, если мы им живем, то нам хочется им рассказать. Если знание о Боге для нас дешево, если мы ничего не знаем о Боге, то мы и не сможем ничего рассказать о нем. Мы не чувствуем в себе христианской жизни и не готовы порвать со своими грехами. Где же здесь место благовестию? Однажды Иисус спросил у своих учеников, прочитаем Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Представляете, что вот Иисус спрашивает учеников, за кого почитает меня народ? И весь народ заблуждается. Они говорят, что там пророки, что это Иоанн Креститель, что это Илия. А Петру Бог открыл. Бог открыл, что это Христос Спаситель. Так вот, братья и сестры, я бы хотел сегодня выделить несколько пунктов моей проповеди и рассмотреть несколько проблем, из-за которых мы можем, как вот этот народ, знать поддельного Бога, думать, что он пророк, думать, что вот что-то неправильное знать. Первый пункт, который я выделил, я назвал его так. Знание понаслышке. Знание понаслышке. Когда-то нам рассказали о Боге. Я думаю, что всем, ну, многим рассказывали родители в детстве, что Бог хороший, что нельзя грешить, что нельзя обманывать, что вот нужно идти в церковь, тогда мы спасемся.
Кому-то кто-то пришел в церковь уже в зрелом возрасте, его позвали друзья, знакомые, тоже рассказали, что Бог сделал в их жизни, сколько чудес сделал. Знание понаслышке. Если наши знания о Боге основываются только на том, что другие люди нам сказали о нем, это фальшивое знание о Боге, знание понаслышке. В церкви мы слышали множество проповедей, у нас сложилось представление о Боге какое-то из этих проповедей. Мы много слышали о нем, но если мы не имели никакой личной встречи с Богом, если мы не познаем его лично, то такое знание – фальшивка. Такое знание – знание других людей. Вот как Иисус спросил, а для тебя кто? Вот за кого ты почитаешь меня? Другие люди за пророка, а ты за кого меня почитаешь? Представьте такой пример про президента. Президент – это высокий чин. Вот, очень высокий чин. Из новостей, я думаю, что мы все наслышаны о нем. Мы слышим, какой он мудрый, какой он ведет политику, сколько лет уже управляет страной. И вот у нас в голове какой-то образ образовывается этого президента. И мы, исходя из этого образа, либо его поддерживаем, либо его критикуем. Но я думаю, что никто не надеется на то, что ему как-то получится познакомиться с президентом лично. Не получится узнать президента лично. То есть только исходя из образа в голове, из новостей, мы можем его оценивать. Господь величественнее всех президентов мира, но в то же время он доступен каждому. Каждый может с ним познакомиться, каждый лично может его познавать. Нам только нужно искать его в своей жизни. Апостол Павел писал такие слова в послании Ефесянам. Послание Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Представьте, да, апостол Павел пишет послание людям, и он говорит, что «я молю Бога, чтобы Он дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его». То есть Бог может нам сам открывать себя через Духа Святого. Братья и сестры, я думаю, что нам также нужно молить Бога о том, чтобы Он открывал нам себя. Лично я готовился к этой проповеди, и вот я наполнен этими мыслями, я молился Богу, чтобы Он еще открывал себя мне, чтобы я познавал Его. Для меня это актуально. Второй пункт, который я выделил в своей проповеди, это, я называл его так, «Библия права, но мне лень». «Библия права, но мне лень». Иакова 4:8 написаны такие слова: «Приблизьтесь к Богу, исправьте сердца двоедушные». Вот я думаю, что вы согласитесь со мной, что чаще всего, слушая проповеди в церкви или читая Библию, мы соглашаемся с полученной информацией. Вот что-то нас обличает, мы говорим «да». Вот, например, с проповеди говорят, что нужно делать добро, и мы такие «да, нужно делать добро». И все, проповедь закончилась, мы дальше сидим, ничего не изменилось. Мы читаем в Библии что-то, например, нельзя обманывать. Да, в Библии хорошо говорится, нельзя обманывать. Закрываем Библию, идем дальше, обманываем. Вот здесь написано, что «исправьте сердца двоедушные». Я думаю, братья и сестры, что вот лично мне всегда как будто бы лень исправлять свое сердце. Я послушал проповедь, какой-то брат сказал очень интересную проповедь, которая коснулась меня, я хорошо сказал, надо его почаще ставить в церкви. Но не такие выводы нужно делать из проповеди, из Слова Божия. Нужно исправлять наши сердца. И второй пункт – это Библия права, но мне лень. Нам нужно бороться с ленью, стараться делать какие-то выводы из проповеди и Слова Божия, исправлять свое сердце. Вот если я вам задам вопрос, просто проверьте каждый себя, когда у вас такое было в последний раз, чтобы после какой-то проповеди или после чтения Библии вы под действием Слова Божия изменили себя. Вот какое-то свое качество вы решили изменить. Вот, например, вы прослушали проповедь брата,
и решили, все, с этого дня я буду меняться. Я думаю, что это очень редко в нас. Перехожу к третьему пункту, уже близко к заключению. Здесь очень интересное такое название – мифы и сказки. Вот все мы знаем, например, что Дед Мороз – это сказка. Вот я думаю, что никто не верит в него как вот в что-то реальное. Он никак не влияет на нашу жизнь. И еще одно фальшивое знание Бога, когда мы знаем множество правильных истин о Боге. Вот истина о Боге – это что? Например, Он великий, Он всемогущий, Он любящий, прощающий, милостивый. Очень много истин мы знаем о Боге. И вот фальшивое знание Бога, когда все эти истины не имеют места в нашей жизни. То есть мы о них знаем, мы о них наслышаны, они есть у нас в голове, но мы не видим их в своей жизни. Они бездейственны, никак не влияют на нас, подобно мифам и сказкам. Вот мы о них слышали, но мы не верим в их действия. Например, давайте рассмотрим качество Божья вездесущность. Мы с вами верим, что Бог везде находится. Верим, что Бог следит за нами. В Библии множество мест, где написано, что Бог вездесущ. Исходя из этого, Бог находится везде. Он всегда с нами, где бы мы ни находились. Тут появляется вопрос, осознаем ли мы это, пользуемся ли мы этой истиной, живем ли вне церкви угодно Богу. Либо мы, опять же, знаем эту истину, она для нас как миф и сказка, что Бог вездесущ, о, Он такой великий, Он вездесущ, но мы не пользуемся, ее нет в нашей жизни, мы не чувствуем присутствие Бога в своей жизни. И это только одна истина о Боге, еще существует очень много, вот как я перечислил, верим ли мы, что Бог прощающий, что Он прощает наши грехи, верим ли, что Он любящий, что Он любит нас. Ну, можно развивать каждую истину очень много, я думаю, что у каждого из нас есть истины, которые, вот как Эйден Тозер говорил, «Достаньте их из дальней комнаты вашего разума, сдуйте с них пыль, познакомьтесь заново с этими истинами, живите по ним». Нужно вспомнить, что Бог, например, Бог всемогущий. Вот, братья и сестры, нужно вспомнить, что Бог всемогущий. И как-то придать жизнь этой истине в своей жизни. К чему же может привести фальшивое, поддельное понимание Бога? Когда народ израильский шел по пустыне, Бог являл им множество чудес. Помним эту историю? Переход через море. Какие еще чудеса были? Например, Бог дал им воду из скалы, потом что-то, манна с небес, птицы летели, они мясо ели. Много, просто миллион чудес Бог им явил. Но когда Моисей там ненадолго оставил народ и взошел на гору Синай, чтобы пообщаться с Богом, все, народ, ну, как бы на время потерял предводителя. И вот тут к ним как бы такая ситуация, проверка на их знание Бога. Поддельное у них знание Бога, либо истинное понимание Бога. Что же произошло с народом? Они сделали золотого тельца. Представляете, вот Бог, который им являл столько чудес, и вот только их предводитель Моисей, который вот лично общался с Богом, оставляет, и тут же они вот совершенно не в ту степь, они делают золотого тельца и называют его Господом. То есть тот Бог, который вот творил им столько чудес, они его, вот у них в представлении этот телец золотой. Я понимаю, братья и сестры, что мы с вами не народ израильский совершенно. Что наше понимание Бога современнее, что мы правильнее понимаем Бога. Но если мы не будем прилагать усилий к личному познанию Бога, к личному знанию о Нем, то вполне вероятно, что мы будем заниматься идолопоклонством. Верить в вымышленного Бога, удобного нам. Это как я вот сказал, что мы получаем какие-то про президента новости, у нас остается образ. Также, если мы не занимаемся постоянным изучением Бога лично, то у нас остается образ, возможно, этот образ совершенно ложный, с каких-то вот мы вырываем новостей. И давайте прочитаем, мы можем сделать для Бога удобного нам. Вот так. Давайте прочитаем Псалом 49. 16 стиха. Обратите внимание, пожалуйста, на эти слова. «Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои?
а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Обратите внимание, что здесь говорится к человеку религиозному, который проповедует с кафедры, который знает слова Божии, но который к ним относится, вот бросает их от себя, в другом переводе, как мусор от себя бросает. И дальше Бог перечисляет грехи. «А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Вот этот человек, о котором здесь Бог говорит, он, давайте представим этого человека, он проповедует с кафедры, он знает Слово Божие, но он, как Бог сказал, ненавидишь наставление мое, сообщаешься с прелюбодеями, уста твои злословия из них исходят, сплетни, сидишь, говоришь на брата твоего, сына матери клевещешь. И он говорит, что вот этот человек, он создал у себя в голове вот Бога, который как бы не противится всем этим грехам, которые он делает. Он никак его не наказывает за них. И Бог говорит, что ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Вот этот человек, я думаю, что верил, что Бог настолько добр, что он не обращает на его грехи внимания, что он, может быть, даже не критичен к его грехам, может быть, грехи не такие уж плохие. Но Бог говорит, что ты делал, я молчал, я видел все эти грехи, я просто откладывал свой гнев. И он дальше говорит, что я изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Братья и сестры, может быть, вот этот человек, как раз-таки, я думаю, что имел поддельное знание Бога, что вот он представил совершенно ложного Бога в своей голове, хотя думал, что верит в истинного Бога. Он имел поддельное знание Бога. Братья и сестры, может быть, в наших головах Бог представлен каким-то удобным для нас Богом, который похож на нас, не очень критичен к нашим грехам. Может быть, мы уже много лет вот грешим, Бог никак не реагирует, не наказывает, мы вроде бы вот не какими-то страшными грехами грешим, может быть, Бог не критично к ним относится, мы считаем. Может быть, мы верующие всю жизнь, но не имеем личного познания Бога. Мы не хотим вот дальше, как, знаете, познакомился с человеком, ты его дальше узнаешь. Познакомились с Богом, и все, никак дальше не развиваем общение. Нам нужно проверять свое хождение пред Ним, исправлять свои сердца, не лениться, познавать Бога, чтобы Он становился ценным для нас. Молиться, чтобы Бог открывался нам, как вот Петру Бог открыл себя, как апостол Павел молится об Ефесянах, чтобы Бог им открыл себя, чтобы истины о Боге были действенными в нашей жизни, чтобы Бог был для нас ценен, и мы могли рассказывать о Нем другим. Чтобы нам было, что ответить на вопрос Христа: «За кого вы почитаете меня?» Аминь, помолимся.